Привет, друзья! С вами канал «Рыболовные приключения». И мы сегодня отправляемся на мастер-класс по ловле линя. Пригласил меня мой товарищ, знакомый, хороший человек, показать, как он ловит линя. Меня это очень заинтересовало, потому что знаю, что рыбак он очень хороший, без рыбы он никогда не остается. А посмотреть, как человек ловит отличную рыбку, мне всегда очень-очень нравилось. Так что, друзья, отправляюсь я с ним на рыбалку. Сегодня буду в качестве, наверное, режиссера, потому что половить мне вряд ли удастся. Новый водоем, мест я не знаю. Так что сядем сбоку, будем, как всегда, ловить вот такую рыбешку. Ну, а дело пусть делает профессионал. Мы все посмотрим, научимся. И обещаю, скоро я буду делать такие же результаты, успехи. А может, даже и превзойду. Так что, друзья, поехали. Выходим, садимся в машину, и нас ждет водоем. Смотрим. Всем привет. Канал «Рыболовные приключения». И мы с вами находимся на секретном водоеме. Вот такое вот болото. И пытаемся мы поймать сегодня линя карася. Смотрите, здесь лёд в траве. Полностью. Ёлочка. Корщи такие. И одни дебри. Вот такие корчи. Говорю тихо, так как линь рыба очень пугливая. Будем ловить ее тихо-притихо. Смотрим. Ну что, друзья, закормились мы. Есть у нас и сырок «Дружба», и опарыш, и червяк. Вот. Взяли мы чернозема, кинули туда творога, кинули туда червей. Знаю, это лучше прикормка для линя. Но поздно приехали. Думаю, это все покажет себя с утра. Сейчас пока поклевки есть, но очень слабенькие. Подходит, бросает и уходит. Очень осторожная рыба. Очень боится. Вот в такой вот траве стоит моих два поплавка. Вот, ладно. Пробуем, смотрим, а вот что получится. Вот как-то так, друзья. Вот он. Какие корчи. Болото. Первый раз в жизни, друзья, ловлю на болоте. Ладно, смотрим. Вот такие вот линьи. Вот так-то, ребята. Рыба есть. Ловить надо уметь. Подожди, Виталий. Сейчас я наведу резкость. Ага. Красавец, красавец. Да, шикарный линь. Пора бы и мне взяться за дело, друзья. Ладно, смотрим. 5 утра. И мы уже выплыли. Пытаемся с утра споймать линя, который вчера от нас ушел и никак не попадался. Вот наши поплавки светятся. Так что, друзья, сниму, покажу. Ленек опять не у меня. У меня сегодня... Я сегодня за режиссера. Хороший такой ленечек. Пищит как. Ладно, друзья, пытаемся и мы что-то предпринять. Смотрим. Очередной линь.
Отличный линь. Приподними Виталий немножко. О, отличный середнячок. Да тут полкило не меньше. Вот как-то так, друзья. Рыба есть. Ребята, очередной линь. Удочка дугой. Вот это линяра, да? Но здоровяк, здоровяк. Ага. Да. Оборвал поводок, да? Да. Очередной линь. Ну, хороший линек, хороший. Взял посередине, не в точке лова. Вышел на середину. Но, друзья, у меня что-то он не выходит. Ну, вот такой хороший, да. Черные такие они здесь. Отличный линь. Ладно, смотрим. Покажи, Виталий, что ты поймал. Это на что? На червяка щучка взяла. Вот это да. Ладно, смотрим. Линёк. Хороший линёк. Отлично. Ребята, выплыл я с нашего водоема. Место новое, интересное, понравилось безумно. Очень рад побывать был здесь. Вот, половил я сегодня линька, канадского сомика, красноперочку. Правда, линька я не поймал, врать не буду. Ну, товарищ поймал. Дал мне пару штучек, сейчас я вам их покажу. Вот, смотрите, друзья. Сейчас я выступлю сюда, чтобы видели. Вот, друзья, вот такая рыбешка. Линь, смотрите, какая красивая рыба. Это черная, это чуть посветлее. Вот такие вот здесь линьки. Есть канадские, это они меня шипами кусают. Сомики, вот такие. Тоже прикольная рыбка, когда большая, когда маленькая, не очень. Вот, друзья, вот такой у нас сегодня улов, но это 1/5 часть, можно сказать, улова. Остальное осталось у напарника, он продолжает ловить, но мне пора ехать домой. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставим грозные лайки, пишите комментарии. Все у нас будет, как всегда, хорошо. Всем пока-пока, до новых встреч.